Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Донаты зачитаю в конце видео и отвечу на ваши вопросы. Ну а пока я предлагаю вашему вниманию для разнообразия и для контента, также чтобы немного занять вас чем-то другим, помимо Европа Универсалис 4, я предлагаю компанию в Crusaders King 3. Игра недавно вышла, и я, честно говоря, в нее еще не пробовал. Предлагаю вам попробовать, если вы тоже, как и я, еще не начинали. Но, если это так, пройдите обучение обязательно. Даже если вы люто нагибаете в Европа Универсалис 4. Это совсем другая игра, и здесь нужно разбираться. Без этого вообще никак не получится, черт ногу сломит. А обучение здесь вроде бы неплохое. Но прежде я хотел бы попросить вас, не предлагайте что-нибудь тяжелое. Опыта у меня очень мало. Да, я в СК 2 когда-то играл, но недолго. Хочется удивить вас или как-то порадовать хотя бы. Но не предлагайте, пожалуйста, что-то тяжелое, иначе я не смогу. Но если, конечно, вы хотите посмотреть, как я обосрусь, то да, пожалуйста. Предлагайте чего-нибудь тяжелое такое, чтобы я наверняка сел в лужу. Поэтому что-то среднее между тем, что вам будет интересно смотреть, и чтобы я как бы не обгадился. Итак, я сыграю кампанию, любую страну, любого персонажа, которого вы предложите, правила вообще любые, которые вам позволяет фантазия и ваша совесть. Предлагайте, я выполняю. Если ваш комментарий наберет большее количество лайков, то я сыграю за ту кампанию, которую вы предложите. Донаты. Иоп отправил 11 рублей. Сообщение. Сделай стрим. Раньше ты их проводил, а сейчас перестал. Почему? И вот еще вопрос. Сколько тебе лет? Мне 40, можно сказать, так что какой-никакой опыт за плечами есть. Что касается стримов, да, раньше я их проводил, но зрителей собиралось мало. У меня было мало подписчиков. И микрофон был у меня ужасный. Слушать было невозможно. Да, немножечко. Сейчас другой микрофон, я его покупал за несколько тысяч рублей, уже получше, по цене и качеству он нормальный. И поэтому можно попробовать стримы проводить, тем более есть уже поддержка, вы просите, я думаю, люди понемногу хотя бы будут собираться. Так что я надеюсь, что стримы на этом канале будут, спасибо за поддержку, спасибо за донатик и за плюшечку. Ребят, всем спасибо за внимание, оставляйте свое мнение в комментариях под видео, хотя бы один лайк, компания, и я сыграю, если это будет наибольшее количество лайков. Всем спасибо, всем пока, спасибо за поддержку.